Привет, друзья! Чеснок известен как древнее средство, которое славится своими целебными свойствами и полезно для лечения многих заболеваний и проблем со здоровьем. Чеснок содержит антибактериальные и противовоспалительные свойства, которые прекрасно работают, чтобы лечить физические проблемы легко и непринужденно. Чеснок содержит аллицин. Этот компонент ответственен за противобактериологические свойства чеснока. Несколько исследователей доказали, что аллицин снижает артериальную гипертензию. Он работает как противоопухолевое средство и является хорошим источником антиоксидантов. Эта тема чеснока посвящена тем людям, которые любят его есть и проявляют интерес в дальнейшей пользе чеснока. Теперь давайте подробнее рассмотрим, что происходит с вашим телом, когда вы потребляете 6 жареных зубчиков чеснока. В первый час после употребления чеснок готов достичь вашей пищеварительной системы. Ваше тело поглощает питательные вещества и другие компоненты. Чеснок перемещается в ваше тело и смешивается с вашим потоком крови в течение 2-4 часов. После употребления чеснока в течение 2-4 часов аллицин начинает свою работу. Он создает защитный экран, который предотвращает появление этих самых раковых клеток. Через 2-4 часа чеснок восстановит ДНК, обеспечивает защиту клеток, улучшает кровообращение и блокирует раковые развивающиеся клетки, которые могут вызвать рак в будущем. Через 4-6 часов. В этой продолжительности ваш уровень метаболизма начинает получать здоровое свойство чеснока. Кроме того, чеснок повышает ваши Т-клетки, которые очень хороши для вашего тела. Через 6-10 часов. Теперь чеснок полностью поглощен вашим телом. Он убивает все эти вредные бактерии в вашем теле и устраняет раковые клетки вашего мозга. Эксперимент в Университете Южной Каролины находит, что чеснок защищает здоровые клетки и устраняет только вредные и раковидные клетки. В течение 10-24 часов ваше тело получит преимущества, такие как: он регулирует уровень холестерина и устраняет плохой холестерин, очистит артерии и предотвратит сердечно-сосудистые заболевания, регулирует давление, укрепляет иммунитет и обеспечит облегчение от стресса. Польза для здоровья костей и мышц. Как сделать жареный чеснок? Прежде всего, вы должны предварительно разогреть духовку, затем очистить тонкий слой чесночной луковицы и позволить кожуре оставаться такой же, как у каждого зубчика чеснока. Не очищайте ее. Полейте масло вокруг формы и заверните чеснок в алюминиевую фольгу. Теперь ждите 30 минут, пока чеснок не станет мягким. Затем дайте ему остыть в течение 5-10 минут. Затем аккуратно снимите оставшуюся кожуру. Повторяйте этот процесс раз в месяц. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!